Следующая остановка ДТП. Во вторник днем на пересечении улиц Кузнецова и Ленинградской пассажирский автобус столкнулся с ВАЗом 10-й модели. По информации ГИБДД, ошибку допустил водитель ПАЗика. Неправильно вошел в поворот, в результате чего врезался во встречную легковушку. Предварительной причиной совершения дорожно-транспортного происшествия послужило нарушение пункта 8.6 правил дорожного движения, который гласит нам о том, что поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Стоит напомнить, что за нарушение данного пункта правил влечет за собой наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. На момент столкновения в салоне автобуса находилось 12 человек. В результате падения травму получила пожилая женщина.